Карантин выходного дня в Алматы продлили до конца лета. Об этом сообщил главный санврач города Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге. По его словам, эпидситуация в городе остается напряженной. При этом число больных с клиническими симптомами увеличилось до 94%. Только за последний месяц в городе зарегистрировано больше 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было подписано новое постановление, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 31 августа. Там внесли изменения, касающиеся объектов, участвующих в проекте АШИК. Со статусом лидера АШИК разрешить режим работы до 24.00, или же мы говорим до 00.00 часов с увеличением заполняемости объектов на 10%. При вакцинации же первым компонентом не менее 90%. Персонала, ну, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших лиц в течение последних 3 месяцев. В Алматы 14 августа доставили новую вакцину «Верацел», и она уже начала пользоваться спросом среди алматинцев. По словам руководителя управления общественного здоровья Алматы, за вчерашний день китайскую вакцину получили 270 человек. Он также сообщил, что на сегодня первым компонентом вакцинированы более 817 тысяч, а вторым компонентом более 643 тысяч алматинцев. Она отмечается всеми как хорошо переносимая и хорошо высокоэффективная вакцина. Сейчас она получила, сейчас уже начали в городе Алмате получать, и сейчас она очень востребована. За истекшие сутки уже получили 270 человек, и с утра у нас информация есть, и во всех торговых центрах идет активный спрос на эту вакцину.